И где мы? Все кажется знакомым. Вроде я уже бывала здесь. Сколько украшений! Какой-то праздник? Мне так повезло, что вы у меня есть. Чей это голос? Неужели папин? Видимо, здесь жили мои родители, когда я родилась. Уверена, папины воспоминания есть и в других вещах. Она такая кроха. Неужели однажды она вырастет и разопьет бутылочку вина со своим стариком? Значит, папа любил вино? Она постоянно бьет ложкой под эту песню. Может, она станет музыкантом? Интересно, играл ли папа на инструментах? Она не может оторваться от бутылочки. Папа, небось, кормил меня, едва я начинала орать. Роза растет привередой. Ей только фруктовое пюре подавай. Значит, я всегда любила фрукты. В нашей семье всегда любили эту мелодию. Кажется, я ее раньше слышала. Красивая. Я так давно не видела маму. Знаю, она еще маленькая для такого, но... Это слишком мило. Интересно, во что мы с ним играли? Комната? Она растет так быстро, не по дням, а по часам. Такая крохотная кроватка. Она уже выросла из этих ползунков?
Не верится, что я была такой крохой. Станет ли она похожей на меня, когда вырастет? Я такая счастливая. Это письмо мне? Тебе уже полгода, Роза. И я даю тебе обещание. Я всегда буду рядом. Так или иначе. Я буду смотреть, как ты задуваешь свечи на торте каждый год. Я буду каждое утро готовить тебе завтрак и провожать в школу. Я приду, если приснится кошмар, и буду петь, пока ты не заснешь. Я обниму тебя в час грусти и тревоги, а потом скажу, что все точно наладится. Я очень люблю тебя, Роза. Помни об этом, папа. Никто тебя не любит. Нет, нет! Майкл! Майкл, где ты? Майкл, где ты? Насмешу. Ты же ищешь одну вещь. Она не здесь. Значит, у тебя нет очищающего кристалла? Само собой. За ним надо идти глубже. Гораздо глубже. Ох, Роза, вечно тебя все обманываю. Что я тебе сделала? Никто тебя не любит. А когда ты умрешь, всем будет плевать! Хватит игр. Пора тебя утопить! Надо выбираться из этого дома! Я была первой! Первой? Почему ей нужна только ты? О чем ты говоришь? Глянь на себя! Ты же обычная пустышка! Да чего ты до меня докопалась? Ты такая жадина! Куча друзей, а тебе и этого мало! Куда это ты собралась? О, смотри, твоя семейка! С меня хватит! Умри! Умри! Thank you.
Внимание! Я ждала, когда они умрут и придут ко мне! Пусти! Что? Прекрати! Как ты сюда попал? Майкл! Ура! Ты выбрался! Эвелина? Это та девочка? Yeah!
Нет! Стой! Ничего я не могу сделать, как надо. Кто будет такое любить? Ты о чем? Не сдавайся. Найди кристалл. Роза, беги! Он спас меня. Пожертвовал собой. Этот голос. Папин голос. Майкл, это... мой папа? Не сдавайся! Найди кристалл! Благодаря ему, я еще жива. Я должна найти кристалл. Я осталась одна, но надо идти дальше. Что здесь происходит? Черт, где я? Что это за место? Было так же. Thank you.
нужно найти кристалл. Значит, здесь создавали моих клонов?
за мной не могли вести наблюдение все это время. Правда? Снова это чувство усиливается. Видимо, кристалл рядом. Майкл, я уже близко. Он где-то там. Ну и мерзкая же хрень. Он настоящий. Я это чувствую. Помогло. Надо же. Так вот, каково быть нормальной? Роза, я ждала тебя так долго. Кто? Кто ты? Меня зовут Миранда. Что? Твоя сила стала огромной. Такой, что я не могла повлиять на тебя отсюда. И вот,
Мне пришлось заманить тебя в этот мир, чтобы ты добровольно избавилась от своей силы. Нет, пес мне сказал. Разве он? Может, я? Тот пес был иллюзией. Правдоподобно. Не так ли? Как так? Сегодня, наконец, твое тело перейдет к моей Еве! Роза, беги! Итан, червя! Беги! Жаль, что этот старт доступен для тебя. Он не спасет тебя, Роза! Ты умрешь. Роза! Роза, скорей! Тебе не сбежать! Сдавайся! Папа, стой, погоди! Это правда ты? Да, только не останавливайся! Беги! Хотел все усложнять. Просто берег тебя. Прости, что ушел тогда. Но мне надо было найти выход. Он здесь. Совсем близко. Роза! Ты моя. Пусти! Хватит! Мучить мою семью! Роза, вперед! От меня не убежать, Роза! Итан, какой же ты упрям! Папа! Роза, это твой шанс! Тебя ждет новая жизнь. Друзья, тебя больше не назовут чудовищем. Нет! Роза, уходи же! Я тебя не брошу! Знаю! Знаю, я люблю тебя, но я хочу тебя защитить! Пожалуйста! Не дай ты нахальный чердак! Я справлюсь! Беги отсюда! Моего мира? Глупая девчонка. Так надеялась, что я от них откажусь? Значит, у меня есть шанс. Давай подари себя мне. Ты хоть понимаешь, что делаешь? Даже если ты выживешь, какой в этом смысл? Отца тебе не спасти. Вы в двух разных мирах. Скоро все будет кончено. А вот и я. Ну-ка, покажи мне свою силу. Ты всего лишь насекомый. Сейчас все закончится.
Тебе нечего бояться. Зачем сопротивляешься? В этом нет стыда. Ты будешь стонать и скрежетать зубами. А если вот так?
Ты не станешь обычной. Только я знаю, насколько ты уникальна. Давай подари себя мне. Ну-ка, покажи мне спуск. Скоро все будет кончено. Роза, милая. О, Боже! Ты так выросла. Я не мог быть рядом с тобой. Но всегда старался защищать. Прости, у меня не получилось. Ты защитил меня уже столько раз, пап. Нет. Я не смог. Ты упустила шанс, и прости меня. Нет, это мой выбор, и я ни о чем не жалею. Если бы я ушла, у нас никогда бы не получилось поговорить. Вот так, по душам. Все хорошо. Только не волнуйся. Я горжусь тобой. Я очень горжусь тобой. Я люблю тебя, Роза. И я люблю тебя. Где я? Вернулась. Папа. Thank you.
Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Мне кажется, что очень похоже. Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут, Эвелина. Не смей меня так называть, понял? О, эй, эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.